Анонс и точная дата выхода 8 серии турецкого сериала «Рамо». 8 серия сериала выйдет в эфир 3 марта. С русской озвучкой серия будет доступна через пару дней. Напомним, в предыдущей серии мы увидели, что если отомстить за каждого, кто погиб невиновной смертью, то только тогда родные смогут жить спокойной жизнью и ни за что не переживать. Но тот, кто не сможет отважиться, обязательно попадет в неволю, и об этом никогда нельзя забывать. Друзья Рамо не знают, как им отблагодарить его за такой поступок, который от него никто не мог уже ожидать. Несмотря на то, что парню пришлось нарушить договор, он все же решился на дело. Он не боится рисковать собственной жизнью и пойти против тех людей, которые смогут испортить его жизнь. Только враг даже не подозревает про его планы. И ответ повергнет каждого в шок. Сибель необходимо будет дать правильный ответ Рамо о том, какой он человек, праведный или все же самый настоящий убийца. Для нее это будет очень сложно, и она никак не может понять, что творится в ее душе. Среди близких людей для Сибель есть такие, которые сомневаются в ней. Ведь по ее некоторым поступкам можно судить, что она на самом деле полюбила Рамо. Сама же Сибель отрицает это и просит о том, чтобы никто не смел бросать пустые слова на ветер. В этот момент Рамо говорит Сибель о том, что в этом жестоком мире она смогла стать для него самой прекрасной мечтой. Напомним, 8 серия сериала выйдет в эфир 3 марта. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.